Привет, меня зовут Катерина Воронцова. Сейчас я максимально подробно расскажу тебе о сути бизнеса в российской компании Faberlic. Это международная сетевая компания, наш бизнес-партнер, ей 22 года. Она была основана в России в 1997 году вокруг изобретения отечественных ученых и косметологов. То, что компания находится в России, позволяет ей не зависеть от курса валюты и сократить расходы на таможенные пошлины. Это, в свою очередь, влияет на цену продукции для конечного потребителя. Компания входит в ассоциацию прямых продаж, что говорит о ее легальности и надежности, и является единственной российской косметической компанией, входящей в рейтинг топ-100 косметических компаний мира. За этот рейтинг борются тысячи компаний по всему миру. Развивается Faberlic в 42 странах мира, открываются новые страны. Сейчас идет экспансия, компания активно за счет мощных акций расширяет сеть потребителей. В малых, крупных городах, небольших населенных пунктах открываются сервисные центры, где консультанты могут удобно получать и тестировать продукцию. Организована также адресная доставка. Faberlic – это более 5000 наименований продукции повседневного спроса. По сути, компания обеспечивает нас всем необходимыми инструментами и условиями для создания товарооборота. Это готовая, отлаженная бизнес-система под ключ. Многие вопросы, которыми приходится заниматься в линейном бизнесе самостоятельно, здесь уже решены. Логистика, маркетинг, реклама, ценообразование, система лояльности и многое другое. С Faberlic сотрудничают всемирно известные парфюмеры. Пьер Бурдон, Тома Фонтен, Бертран Дюшафур, Дельфин Лебо, которые работают с такими брендами, как Кристиан Диор, Эскада, Живенши, Фенди и другими. Также Faberlic успешно сотрудничает российские модельеры. Алена Ахмадулина. В 2007 году она разрабатывала форму российской олимпийской сборной, а в 2009 стала дизайнером конкурса Евровидения. С нашей компанией сотрудничает и Валентин Юдашкин, не нуждающийся в представлении. Достаточно лишь сказать, что модный дом Валентин Юдашкин – полноправный член Французской Федерации Высокой Моды, Прет-а-Порте и модельеров. В 2017 и 2018 годах модный дом Валентина Юдашкина создал для Faberlic две коллекции одежды и аксессуаров. В октябре 2017 года Faberlic представил новую фэшн-коллаборацию со стилистом Александром Роговым. В марте 2019-го Faberlic вышел на неделю высокой моды в Москве уже со своей коллекцией одежды от кутюр, получив высокую оценку модных критиков и популярных модных журналов. Вначале я рассказывала, что компания сетевая. Раньше я скептически относилась к сетевому, так как были определенные стереотипы, сомнения, возможно, такие же, как у тебя сейчас, что это надо бегать, продавать сумками что-то, кому-то впаривать. Но когда разобралась как следует, почитала книги, изучила материалы, поняла, что идея бизнеса совсем в другом. Начинала я бизнес без опыта, без поддержки от окружения, с маленьким ребенком. Бабушки были у нас далеко. Бизнес без складирования. Не надо вкладывать сотни тысяч, как в традиционном бизнесе. Нет никаких рисков. Нет потолка по доходам. Все будет зависеть только от тебя и твоих амбиций. Компания твой доход никак не ограничивает. В общем, твой доход, как и мой, будет постоянно расти. Смотри, любой бизнес – это продажа продукта или услуги. Продукция, которая нужна людям каждый день. Продукт – это основа бизнеса, и мы покрываем все потребности в своем интернет-магазине. В качестве продукции нам не приходится сомневаться. Faberlic – собственный центр научных разработок. Не каждая, даже люксовая компания, может этим похвастаться. Часто они покупают готовые формулы, что накладывает свой отпечаток и на конечную продукцию, на стоимость продукции. А у Faberlic же свои 32 патента. Компания использует открытия в косметологии, которые получили даже Нобелевскую премию. Производит инновационные средства, которые не имеют аналога в мире. Faberlic – компания-производитель с мощным и масштабными производственными площадями. Например, в Москве фабрика Faberlic занимает площадь 45 тысяч квадратных метров. Высокое качество продукции Faberlic гарантирует международные стандарты GMP и ISO. Все товары из каталога проходят обязательное тестирование согласно ГОСТу и СМПИН. Faberlic производит чистую, безопасную продукцию, которая не тестируется на животных и пользуется биоразлагаемой упаковкой. Продукция вся экологична и безопасна. Итак,
Ты и так каждый день ходишь в магазин и закрываешь те или иные потребности. Тебе не нужно будет менять свои привычки. У нас огромнейший ассортимент. Есть совершенно уникальные средства по уходу за лицом. Несколько линеек декоративной косметики, средства по уходу за телом. Все для ухода за волосами. Более 50 ароматов класса люкс, созданных звездами мировой парфюмерии. Детская косметика, серии для мужчин, гигиена на каждый день, средства для дома на основе натуральных растительных масел, природных минералов и фруктовых кислот. Есть функциональное питание, коктейли, супы, батончики, комплексы витаминов, все для красоты, здоровья, спорта, включая спортивную одежду и аксессуары. Есть и одежда, обувь, белье, аксессуары для всей семьи от мала до велика. Смотри, ты уже понял, что Фаберлик – это надежный партнер с качественной и разнообразной продукцией, которой ты можешь заменить все, что покупал раньше в других магазинах. Для чего? Теперь я расскажу, в общем-то, откуда берутся деньги. Раньше я тоже работала на работе городской администрации, и моя зарплата была 18 тысяч рублей. Меня никак не радовала перспектива через 40 лет выйти на пенсию. Не факт, конечно, что она будет к тому времени. Когда вышла в декрет, начала смотреть по сторонам, рассматривала разные варианты своей дальнейшей деятельности, чтобы уже не выходить из декрета. Я понимала, что для начала своего дела мне нужна кругленькая сумма денег. В банке кредиты брать не хотела, богатого папы у меня нет, и связей тоже. В общем, обычная семья. 27 лет мне было, опыта ведения бизнеса не было, никто бы меня в условиях жесткой конкуренции не стал бы учить, как бизнес строить. И поэтому я даже сразу не поверила в реальность перспектив, когда познакомилась с маркетингом Фаберлик. Всего вышеперечисленного здесь не нужно. Можно без вложений и рисков, без опыта начать свое дело, и еще тебя будут обучать и будут помогать тебе. Итак, подходим к сути. Продажи – это наши рекомендации того, что нам нравится. Все начинается с регистрации на сайте. Тебе присваивается твой партнерский номер, и ты уже можешь делать заказы онлайн-покупки в своем интернет-магазине. Можешь регистрировать людей в свою команду, можешь пользоваться всеми ресурсами на сайте, которые создаются компанией. Создаются специально для тебя. Уникальные инструменты, персональная реферальная ссылка и персональный лендинг. Регистрация у нас бесплатная и полный контроль статистика. Ты видишь всех своих зарегистрированных людей, клиентов, что они купили, весь свой оборот и можешь все отслеживать. Твоя статистика, твой бизнес, твоя бухгалтерия – все в твоем личном кабинете абсолютно бесплатно. Есть внутренняя валюта, она исчисляется в баллах, так как компания международная, работает в 42 странах, где везде разные денежные единицы. Один балл в рублях – это или 75, или 150 рублей, в зависимости от категории товаров. Каждый продукт соответствует определенному количеству баллов. Например, мужской парфюм от Валентины Юдашкина – 19 баллов, концентрированная зубная паста – 1,5 балла. С чего начинается? Смотри, ты сейчас ходишь в магазин, покупаешь какие-то продукты, там в Ашане, Пятерочке, Перекрестке, и на кассе у тебя есть корзина с товарами и чек. Ты, приходя домой, рекомендуешь – крутая акция, скидка. Друг твой идет в магазин, покупает сам, рекомендует еще кому-нибудь в своем окружении, и так ты увеличиваешь товарооборот этому магазину. И зарабатываешь 0 рублей. Тебе даже спасибо никто не скажет. И есть гипермаркет Фаберлик. Здесь те же самые товары, только лучшего качества. И так как прямые поставки со склада, мы застрахованы от подделок, чего сейчас много в обычных розничных магазинах. Если ты будешь ходить в магазин Фаберлик, у тебя также на кассе будет пакет с товарами и чек, но за покупки ты будешь получать деньги на счет. Если ты также будешь рекомендовать выгодные акции, уникальные товары, то твои друзья будут делать то же самое. Мы ведь этим занимаемся постоянно в обычной жизни. А вот ты будешь получать проценты с их покупок. Здесь нет никакого стресса, просто покупал в этом магазине, начинаешь покупать в другом. Я предпочитаю покупать качественные и безопасные продукты напрямую от производителя, без накруток, в своем интернет-магазине с хорошей скидкой и не ходить в обычный магазин. Поверь, это совершенно другой уровень. Кстати, по модели рекомендаций сейчас также работают такие компании, как Тинькофф Банк, МТС, Сбербанк, Спортмастер и другие крупные компании. Только вознаграждение в их случае единовременное, а в сетевом бизнесе пожизненное. Смотри, у нас дифференцированная скидка 20 или 26%.
Делаешь личный объем 50 баллов и получаешь максимальную скидку. Порекомендовал комплекс уходовой косметики стоимостью 2000 рублей, заработал 520 рублей. Порекомендовал аппарат кардио из направления Денис. Он нормализует давление, улучшает сон, снимает депрессию. Можно использовать даже тем, кому противопоказана физиотерапия. У меня вот в окружении уже не первый аппарат приобретают. Так он стоит 4999, на нем ты можешь заработать 1300 рублей. Где найти первых клиентов? Как правильно и ненавязчиво это сделать? И что рекомендовать? Этому мы научим. Продажи на рекомендациях – это быстрые живые деньги. Они небольшие, 5-10 тысяч рублей. Это тоже нормально, но пассивного дохода здесь нет. Идея бизнеса заключается не в этом. Давай поговорим теперь о втором источнике дохода. Он основной и самый главный. Откуда берутся большие деньги? Это построение сети. В чем тут смысл? Если ты и активировал свой номер на 50 баллов, это примерно по партнерской цене там 4, 5, 6 тысяч рублей, зависит от того, какой выберешь продукт. У нас есть рекомендованные наборы для старта. Это, надо понимать, не вложение. Ты ведь не считаешь покупки шампуня, футболки ребенку, еды из Ашана или Пятерочки вложениями. Ты получаешь продукт, которым пользуешься, и получаешь результаты. Сможешь оценить на себе качество и оценит твоя лучшая подруга, там 50 плюс 50 баллов, это уже первая ступенька по нашей карьерной лестнице и уровень 3%. Вообще в сети у тебя будут люди разные. Как правило, подавляющее большинство – это просто клиенты. Дисконтники, любящие продукт Faberlic и интересующиеся выгодными акциями компании. Ты один раз открываешь им номер в личном кабинете, они сами делают заказ в своем интернет-магазине, и ты по жизни от их покупок получаешь проценты. Примерно 5% это будут люди, умеющие классно продавать. Они получают удовольствие от продаж и моментального заработка, о котором я говорила выше. Продавцы могут выполнять от 50-100 до 300-400 баллов каждый каталог. И 5% люди, которые придут вместе с тобой развивать сеть, совмещая с основной работой, другим бизнесом, находясь в сети. 2-3% будут те, кто серьезно начнет заниматься бизнесом и преуспевать. К примеру, ты подписал друга, который активировался, на 50 баллов. А затем пришел твой родственник и взял себе средства для дома, витамины, одежду. Тут же стартовала у тебя знакомая девочка, которая работает в большом коллективе и легко сделала 50 баллов. Здесь ты еще рассказывать можешь о безопасных средствах для дома. Несколько человек делают закупки для себя по там, 10, 15, 25 баллов. Они тоже получают скидку и приветственный подарок новичка. Итак, ты совокупно закрываешь вторую ступеньку 6% и получаешь уже 1000 рублей в месяц обратно на свои покупки. Это начало. Смотри, твои новички повторили твои действия и вышли на 200 баллов. 600 баллов по маркетинговому плану – это 9% и доход 5200 рублей на сеть в месяц. В чем фишка? У тебя могут подключаться партнеры с любой страны, любого города. У меня в структуре есть консультанты из разных стран. Пришел партнер, привел еще кого-нибудь, пусть даже иногда он делает заказ на 10 баллов, весь оборот все равно твой. Ты поднимаешься на новую ступеньку и получаешь больший процент. Еще один пример. По развитию сети, скажем, ты научился сам делать 650 баллов, как в прошлом слайде, и теперь помогаешь своим партнерам делать то же самое. Если товарооборот твоей сети 2000 баллов, это уровень 19%. Какой доход ты при этом получаешь? Не считая доход от личных рекомендаций, скажем, ты покупаешь только для себя, это 34200 рублей на сеть в месяц. С уровня 15% ты имеешь право как предприниматель уже заключить договор с компанией об оказании услуг и получать денежные средства на расчетный счет. До этого момента ты получаешь деньги в виде кэшбэка и тратишь их на свои личные заказы. Следующий пример. Когда у тебя команда стала еще больше и товарооборот составил уже 3000 баллов. Это уровень 23%. В такой ситуации доход на сеть составляет 62400 рублей в месяц. Это квалификация директора. Показывает уже, что ты настоящий лидер, у тебя есть команда.
И здесь уже можно начинать радоваться. Этот результат уже сравним с хорошей зарплатой в России. Достичь этого результата сможет абсолютно любой, кто следует рекомендациям. Это бизнес, который постоянно растет и не требует от себя вливания больших денег. Люди, которых ты подключил, продолжают покупать из месяца в месяц и приходят новые партнеры, и в следующем каталожном периоде тебе уже не нужно начинать с нуля. Компания сама периодически подтягивает акциями, рассылкой неактивных, то есть фактически делает часть работы за тебя. Рассмотрим вариант, когда под тобой уже три человека, тебя повторили и вышли на уровень 23%. У тебя есть еще своя структура, в которой растут будущие лидеры. Квалификация у нас в компании называется «Золотой директор». Это есть тот самый пассивный доход в размере 100-150 тысяч рублей в месяц. Когда можно уже достаточно комфортно чувствовать себя. Золотые директора, подтвердившие статус и свое звание, получают от компании путешествия. Все включено в пятизвездочном отеле, в компании таких же успешных лидеров. Можно открывать семейный контракт, выполнить условия и поехать совместно там, с кем-то, с супругой или супругом, например. В прошлом году лидеры отдыхали в Бали. В 2019 году это будет город Порт Бари, Италия. Если тебя не мотивирует этот доход, тебя может заинтересовать доход от 500 тысяч, 1 миллион рублей. Такие лидеры в компании есть, живые люди, которые достигли результата благодаря регулярным действиям. Здесь нет потолка в доходе. В этих примерах показаны варианты действий с самого начала, выполняя которые ты достигнешь того, что хочешь, сможешь понять, в чем суть бизнеса и как он работает. Для большинства людей эта возможность является единственной в жизни зарабатывать большие деньги. И для меня тоже. Люди приходят в бизнес, им необходимы знания, поддержка, четкий алгоритм работы и среда для развития нужных навыков для профессии сетевика. Каждый партнер получает полный комплекс постоянной поддержки от программы, независимо от того, кто его приглашает, бизнес-наставник с опытом или новичок, который только вчера активировал свой номер. Это обеспечивает наилучшие возможности для каждого. Возможно, на своей работе ты работаешь больше времени, чем нужно будет уделить здесь. Не думай, получится у тебя или не получится. У тебя точно получится. Задача просто следовать инструкциям, уделять время и не забывать, что это бизнес. И тут много зависит от тебя самого и твоих усилий. Давай теперь расскажу, какие действия нужно выполнять, из чего начать. Все начинается с регистрации, ты получаешь доступ на сайт и обучение. Далее идет активация, покупка продуктов для себя. Следующее, ты получаешь доступ к нашему пошаговому обучению, изучаешь необходимые материалы для получения результата, получаешь постоянную поддержку и среду для развития. Тебе также будет в помощь наставник, он обеспечит поддержку, и это может быть даже целая группа людей, которые имеют большой опыт и материально заинтересованы. Ну и, конечно же, нужно начать действовать. Без действий не будет ничего, просто звонить, проводить встречи, общаться с людьми. Давай подведем итог. Какие выгоды партнерства в Фаберлик у тебя будут? Первое – это свое дело, без вложений, без риска, совмещение с текущей деятельностью, то есть не надо сразу увольняться с работы и бросать другие дела. Ты получишь бесплатное обучение и, конечно же, очень важно наследование, возможность иметь пассивный доход от компании, возможность самостоятельно планировать свое время, иметь больше свободного времени для себя, отдыха и для семьи. Ты получишь программу обучения с нуля до результата и все необходимые инструменты, а также поддержку новичков, сопровождение от мощной команды. Если тебя заинтересовала данная возможность зарабатывать деньги вместе с нами и развиваться, свяжись с человеком, который дал тебе это видео, или со мной, и мы сможем ответить на твои вопросы. Спасибо за внимание. Пока.